35-й чемпионат Европы среди взрослых. И на ринге Александр Поветкин. Вот вы видите, он в синем углу. И его соперник Никола Вуясинович, спортсмен из Швейцарии. И сейчас это Югославия. Здесь сейчас я посмотрю внимательно. И вот вы видите, спортсмен Никола Вуясинович, правильно. Очень осторожно вот Поветкин начал этот поединок. Вот посмотрите, в тяжелом весе спортсмен. А он не пренебрегает этими вот уклонами влево, вправо, мягко так. Постоянно голова у Саши находится в динамике. И он, конечно, безусловно, фаворит в этом весе. Он заслуженный мастер спорта. И я хочу сказать, что вот в прошлом году он был признан лучшим боксером мира и Европы по итогам своих выступлений. И надо отдать должное этому спортсмену. У него великолепный бойцовский характер. Он не уступает буквально никому. Вот. И отработанные четкие удары, которые, безусловно, оказывают, так сказать, деморализующее действие на его оппонентов. Ну, давайте все внимание снова на ринг. И что же здесь происходит? Вот так, видите, осторожненько делаем уклоны, нырки. Это не одно и то же. Ну, вот. Саша подбирается к своему сопернику, пытаясь его раскрыть, и вот, и нанести мощнейший удар. И ведь тоже соперник наблюдает внимательно за ним. Завершился первый раунд. Ну вот без напряга, мне кажется, здесь как-то прошел этот первый раунд. И, безусловно, преимущество имеет Саша Поветкин. И вы помните его прекрасные победы над кубинским спортсменом Педро Карионом и Роберто Камарелли. Но вот Саша Поветкин оставил позади ветерана, если его можно, так сказать, назвать, Алексея Лёдина ветераном, и достойно заменил его. И вот он обладает титулами чемпиона мира и чемпиона Европы. Итак, второй раунд. Второй раунд нашего с вами поединка в супертяжелой весовой категории. И Александр Поветкин. Ведет в этом поединке. Вот вы видите, 11-0. И нет, по-моему, тени сомнения у Саши в том, что он может проиграть в этом бою. Но, повторяю, всегда нужно быть очень осторожным и не пренебрегать защитными действиями, поскольку очень тяжелые удары в супертяжелой весовой категории, вы знаете, больше 500 килограммов. Пока уж пряжем, скажем, такого подавляющего преимущества
держит, безусловно, Гусейнович. Ну и Саша иногда придерживает, вот видите, уж если быть до конца справедливым. Ну вот неуклонно счет этот приближается к 20, и вот уже 20 есть. И завершился второй раунд, и мне кажется, что этот бой уже не будет продолжен. Дальше разница в 20 очков. Ну вот это тоже достаточно спорный момент в правилах. Я подробно вчера об этом говорил, я уже не хочу сегодня просто акцентировать внимание на этом. Может быть, это многим нравится или не нравится, но я высказал свое мнение и считаю его правильным. Итак, Александр Поветкин. К радости всех болельщиков, которые переживали за Сашу, одерживает в этом бою победу ввиду явного преимущества. Увидите во втором раунде, после второго раунда, и выходит в полуфинал. У нас также завтра будут репортажи о поединках в полуфинале.